Давид Седомонидзе – легенда ОТВ. Прошел путь от простого видеоинженера до главного инженера телекомпании ОТВ. 20 лет Давид Тамазович верой и правдой служит на благо Одинцовского округа. Благодаря его работе муниципальный телеканал не прерывает свое вещание ни на секунду. 20 лет его знаю. 20 лет знаю его как человека, который всегда выручит, придет на помощь по любому вопросу. С любой просьбой можно к нему подходить, бросит все и будет помогать. Жанна и Давид стояли у истоков создания телеканала. Они и сегодня работают в одном коллективе и создают контент для жителей Одинцовского округа. И как 20 лет назад встречают день рождения главного инженера на работе, без отрыва от производства. Только всего самого-самого доброго. Я знаю, что жизнь у него не очень простая, приходится крутиться, вот, в то же время справляться на работе. И я думаю, что все у него получится. Желаю ему исполнения желаний всех-всех-всех. Вот все, что задумано, пусть у него сбывается. Крепкого-крепкого здоровья. Мы его любим, ценим как коллегу и как друга. Давиду Тамазовичу 45, и это только начало. Впереди много планов по модернизации и техническому оснащению родного телеканала. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Мы уже знаем, как это делать.